картошечка в кулечке. Значит, вот берете картошечку, чистите, режете ее вот такими кусочками. Посыпаете ее зеленью, если у вас есть, сольки, немножечко любого подсолнечного масла. Завязываете кулечек. Вот, делаете пару дырочек, прокалываете. Ставите на тарелочку. Кулечки вот пару дырочек маленьких прокалываете. Ставите на тарелочку. Ставите в микроволновку. Нажимаете СВЧ. Нажимаете 20 минут. Нажимаете кнопочку старт. Вот она отсвечивает свет. Вот она начала крутиться. И какое блюдо получится, я вам покажу в итоге. Получаете печеную картошечку. Вот такая получилась картошечка из микроволновки. Газ нынче дорогой, несколько тысяч в месяц платить. Свет еще более-менее, гривен 600-700 в месяц. Вот сейчас она остынет и буду раскладывать в тарелку. Вот такая получилась вкусная печеная картошка. Минимум маслечка. Сюда можно, ну, кто любит с сардинами, кто любит салатиком капустным. Вот, я люблю просто картошечку. Сытно, аппетитно. В общем, быстро и вкусно. Вы помните, в Советском Союзе была тюлька. Она была ржавая такая, невкусная. Ну, сейчас тюлька продается. Пару тюлечек. В общем, с тюлечкой будет вкусненько. Только тюлечки у меня нет. Ну, это так, как вариант, кто ее любит. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте колокольчик, чтобы узнавать о новых видео. Спасибо всем за просмотр.